Как обычно, увидеть феерическое шоу в исполнении Марины Николаевны. Знаком с ней лично и всегда жду чего-то интересного, нового, душевного. Это самое то, что с корней духовой оркестр. Самое прекрасное. Хорошего, думаю, настроения. Не для тех, кому за, а для всех. Отчетный концерт, проходивший в Центре молодежного творчества, собрал полный зал почитателей таланта трех прекрасных музыкальных вдохновителей – Валерия Коваля, Андрея Кунцевича и Марины Житиневой. Людей, которые делают Брест напевнее. Это трио знают и уважают брещане разных возрастов и взглядов, любят и с нетерпением ждут творческих новинок. Мы выступаем на улице, мы выступаем в парках, их любят. Это не те, которые там кичатся своими гонором, званиями и прочими. Мы народные артисты, потому что мы работаем непосредственно с народом, для людей. Вот. Я считаю, что наш оркестр тоже народный, потому что мы все лето, вот сейчас начинается сезон, 1 числа в мае месяце, мы открываем сезон мероприятий в парке. Каждое воскресенье в 17 часов двухчасовая программа для людей. Концертная программа носила название «Поделим небо». У главных героев музыкальной встречи, солистов Брестского городского оркестра Андрея Кунцевича и Марины Житиневой, уже на протяжении 10 лет одно небо на двоих. Так они называют сцену, которую делят. Признаются, что работать в дуэте – это значит всегда разделять с кем-то свою историю, уметь чувствовать друг друга, понимать с полувзгляда, с полуслова. Одно небо на двоих у нас уже много лет. У нас и уличные площадки, и концертные площадки, и разные города. Да, разные страны, поэтому очень приятно, что мы вот так вот вспомнили об этом сегодня и сделали новую программу «Живой звук», так что думаю, что мы нашего зрителя не разочаруем. Команда должна быть сплоченная, это очень важно. Люди должны чувствовать друг друга. Мне нравится вот наш дирижер Валерий Борисович, мы всегда хорошо чувствуем друг друга. Ну, а, естественно, оркестр через него, мы уже как бы контактируем тоже очень удачно. В эти 10 лет и сложно было, и интересно было. И насыщенно было, и прекрасно было, потому что творчество – это прекрасно. Сильно и смело, глубоко и чарующе. Народные, эстрадные, классические песни. Репертуар оркестра универсален и многогранен. В эту музыку невозможно не влюбиться с первых аккордов. Вечер, без всякого сомнения, не оставил равнодушным ни одного зрителя, ведь это песни для души, для сердца, для жизни, несущие в себе особый смысл. Виктория Сащенко, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.